И церемония поднятия государственного флага состоялась также в духовной столице тюркского мира в Туркестане. В древнем городе ее устроили на площади Рамиздер. По словам участников мероприятия, празднуя этот знаменательный день, мы отдаем дань памяти предкам, сумевших сохранить нашу государственность для будущих поколений. Сегодня мы можем гордиться тем, что живем в независимой стране, в которой во главу угла поставлены закон и порядок. Поздравляю всех с этим знаменательным днем. Процветание нашей стране, нашему региону, городу.